Та телеканалу Київ Київ в голос «Київ в голос з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ ЕФМ. Друзі, всім вітання. Саме так це програма Київ голос інформаційна і комунікаційна де ми зазвичай з Олегом Борисовим обговорюємо важливі для Києва та й не тільки для Києва питання і теми. Сьогодні будемо говорити про банківську сферу та й не тільки про всі. Всі побіжні, всі побіжні штуки, які також стосуються, і про коронавірус, звісно, будемо говорити. І навіть трохи торкнемося теми курсу, і торкнемося теми майбутнього. Про все це будемо говорити з Євеном Мецгером, нашим сьогоднішнім гостем, головою правління Укрексімбанку. Я закликаю вас ставити ваші запитання онлайн на наш студійний вайбер 098 009 98 98. Всі питання переадресую, звісно, нашому гостю. Пане Євгене, вітаю вас. Дякую, що завітали до нас у студію добрий день, Спасибо що пригласили дуже радий вас бачити. Що ж, ну давайте поговоримо про банківський сектор у розрізі карантину, у розрізі коронавірусу у всіх побіжних питаннях знову ж таки, як як він взагалі почувається? Ну, давайте розпочнемо з України і все ж таки трохи зачепимо світову ситуацію. Давайте з удовольствием. Я думаю, що якщо говорити у банківському секторі України, саме в началі. пандемии. Мы, наверное, ожидали гораздо большее влияние, но благодаря слаженным усилиям работы всей банковской системы, Национального банка, наших клиентов, которые относились с пониманием к этому вопросу, я думаю, что мы прошли, проходим и прошли вот, вот такие вот самые-самые такие, скажем, там сложные моменты достаточно ровно, спокойно, уверенно. Да, банковская система находится в состоянии, там, в хорошей физической форме, да, в состоянии оверликвидности. И знаете, как, как зверь, который находится перед прыжком. Да, перед прыжком к чему-то большему, потому что мы точно готовы сегодня финансировать экономику, развиваться, помогать, поддерживать. И за период вот коронавируса в сути накачали такие свои финансовые мышцы и подготовились к там, серьезным колебаниям, влияниям. И, и, и... Приготували і в в експлуатацію масу програм, котри український бізнес, і малий і середній і большой, в тому числі ви можете уточнити, будь ласка, тому що от, здається, якщо починається така навала, як і починаються локдауни скрізь, то це mm -hmm. е, обов'язково вдарить по економіці, і жодним чином ми не зможемо оминути цієї ситуації. Як все ж таки вдалося, от ви сказали, наростити ці м'язи? Як вдалося це зробити у настільки непростий період? очень много составляющих в вопросе на самом деле действительно как там когда вы планируете думаете что будет так или иначе будет как-то по-иному да и наверное это и происходило все ждали достаточно серьезного падения экономики особенно в, в сегментах малого среднего микробизнеса да? ритейл сети вот все что все что на улице по сути и, и нужны были какие-то ну, движения которые бы помогли выдержать эту ситуацию соответственно Владельцы больших торговых комплексов находили в себе силы поддерживать там части там, аренды, платы и так далее. Мы, банковская система, по сути, взявшись за руки, договорившись помогать малому микробизнесу, начали искать инструменты, как снизить процентные ставки, реструктуризировать и так далее. Понимали свою социальную ответственность, потому что наши сограждане, наши жители Украины, потеряв рабочие места они ну, окажутся вот без работы, да, и, и это будет вот такой лавинообразный эффект. Соответственно, наша задача была дать такую поддержку предпринимателю, собственнику бизнеса, чтобы люди остались с рабочими местами. И, опять же, вместе, вместе с Кабинетом министра Украины разрабатывали в рабочей группе программу, всем известную 579, которая была переориентирована не только на инвестиционные... Проекты не только на создание новых бизнесов, стартапов, создание новых рабочих мест. Она была переориентирована временно на поддержку предприятий, которые, вот, скажем так, под влияние да, пандемии. Поэтому там, нулевые процентные ставки или, или очень низкие уровни процентных ставок поддержали такой уровень предприятия. Но с другой стороны, нужно было что-то, что запустит экономику, что поможет развиваться и нужно было финансировать в том числе и большие проекты. Один из таких проектов, наверное, один из да, стал, это большая наша там дорожная стройка, большое строительство, и речь идет не о том, что мы как банк там, финансировали Автодор, об этом все знают, речь идет о том, что Автодор далее да, запускал, по сути, ну, скажем такие циклы жизненные для многих предприятий, это... Сотни, десятки контрагентов, малых предприятий, которые участвовали во всем этом строительстве. Это, по сути, это опять же, там сотни тысяч рабочих мест, денежный поток, который, как кровь, да, разлился по венам всех этих маленьких предприятий, которые что-то производили, что-то покупали, дело выполняли какие-то работы и так далее. Соответственно, вот таких проектов было достаточно немало. Тот же авиационный завод Антонов, да, который мы как банк профинансировали, это тысячи сотрудников предприятий, которые сегодня строят самолеты, что не происходило много-много, да уже по сути лет. И дальше у нас ну, в нашем банке есть много планов, идей, как как финансировать большие проекты, которые будут помогать вот экономике. Встанавлюватися, і так далі. Скажіть, от здебільшого в нас звикли критикувати уряд за період проходження пандемії, що неправильно реагували, ну така поверхнева критика, якщо її брати, ви зараз кажете, що ні, навпаки. Ну тобто, от з точки зору фінансів, все ж вдалося пройти доволі м'яко цей період. Чи правильно я вас розумів? Смотрите, я как там, читаю, що критикувати Кого-то, і. Или... какой-то проект или какой-то чек, а, наверное, можно тем людям, которые что-то сделали в своей жизни, что-то создавали, и могут дать объективную оценку ситуации. Поэтому я не берусь критиковать правительство или хвалить правительство. Это не моя роль и задача. Да? То есть моя миссия, моя задача э -э -э, вывести банк, скажем так, накачать мышцы банку, чтобы банк э -э, выглядел стабильно, устойчиво, приносил прибыль акционеру, то есть кабинету министров делился дивидендами с акционером, и эти деньги направлены были дальше в развитие экономики. Что yeah. зараз? Может уточнить, что зараз, вот у Крим, например, если мы уже минули такую наигустрейшую, здаётся, принайне, мы ми минули наигустрейшую фазу коронавирусу, має быть что-то что що також впливає на банковский сектор. Вот что еще? Что еще? Для меня очень чувствительная тема репутации. Репутации заемщиков, да, это то, о чем в принципе мы, наверное, много-много лет не говорили. А Европа, Америка она давно опирается в, на клиентов в части репутации. О чем речь? Да? То есть, у нас у банк, банк с достаточно там, длинной и сложной, ретроспективной историей и большим кредитным портфелем, который носит статус проблемный. Это правда. А в этом проблемном портфеле у нас находятся все фамилии всех топовых э политиков, да, наверное, там прошлых периодов. Соответственно, это сейчас вызов э на будущее. Но эти ребята, они привыкли, что можно из банка переходить в банк, да, то есть в одном банке не вернув кредит, получить кредит в другом банке государственном, в третьем коммерческом и так далее. И сегодня, э имея оверликвидность, то есть мы имеем большой объем средств, которых мы готовы э, запускать в экономику, финансируя различного рода предприятия всех отраслей, э, очень редко находим чистые репутационные имена, да, то есть находится история по какому-нибудь собственнику, да, когда 5-10 лет назад в нашем банке или в другом банке э, уже были истории, э, назовем так, невозвратов кредитов, соответственно, Моя позиция как председателя управления, команда моя меня поддерживает. Мы не работаем с такими именами. Поэтому достаточно сложно найти большое финансово-устойчивое предприятие, которое требует финансовой поддержки, но у которой нет репутационных проблем из прошлого. Поэтому мы действительно готовы финансировать, мы готовы помогать, но э, как там, приглашаем к нам в банк э, тех собственников, тех лидеров э, компаний которые вели себя всегда правильно, корректно, прилично по отношению к банкам. Поэтому и, и следующий шаг. Я уверен, что нам удастся банковской системой, вот там председатели, я думаю, что мы создадим какой-то клуб, и мы будем договариваться о том, чтобы имена, которые ä, попадали в серый черный список, стали персонами нонграта в банковской системе. И я думаю, что тогда мы банкиры вызовем... Уваження к банка, уваження к себе. ну, справді та, так. Так, ми, ми рухаємося від 90-х, так, да. так би мовити. Да. Від 90-х до більш сучасної, більш європейської моделі. Ну і що я можу, я можу тільки привітати за це. Давайте поговоримо про е, нинішню ситуацію взагалі з інфляцією. І постійно в нас є запитання: курс долара. Що буде з курсом? В нас такий здається рефлекс 90-х також mm. тримається і не, не не змінюється. Фактично, ваші оцінки нинішньої ситуації, взагалі. Ну, хороший вопрос про курс доллара, да, это стандартный вопрос, наверное, да, 90% людей интересуются курсом доллара. И создается впечатление, что только курс доллара говорит о, об успешности или неуспешности политики Национального банка, кабинета министров и так далее. Да, мы почему-то все рефлексируем как на основной показатель, индикатор угу. стабильности в стране. Да и у я не... Ну, наверное, да я не берусь прогнозировать курс доллара да, потому что это не моя работа наверное в большей мере есть люди которые получают за это свою заработную плату прогнозируя планируя и так далее у меня другие задачи вот я уверен что курс доллара просто должен быть рыночным да, то есть вот, вот рыночным сбалансированным без влияния и участия национального банка или правительства и тогда мы будем жить в, там, в устойчивой экономике и мой совет многим, наверное, там гражданам нашим поменьше рефлексировать на курса, смотреть на действительно какие-то важные дела, которые делаются там, в, там со стороны правительства, со стороны банковской системы, да и так далее. Потому что, опять же, это что-то насчет критики, да. Ну а на вот из инфляцию зараз ну, я як це владная, уряд з инфляцией, уряд и центробанк, як вы наладная з инфляцию. Вы задоволены, что зараз бываете? Наверное, связанное понятие все-таки инфляция, восстановление экономики, да, немножко как мне как банкиру там, приятно наблюдать. Были были прогнозы. Прогнозы о том, что инфляция у нас будет выше, чем, допустим, да, на сегодняшний день. Это говорит о том, что экономика, наверное, быстрее немножко восстанавливается, что мне не может не радовать. я наблюдаю я общаюсь со многими клиентами я вот наверное тот председатель правления который постоянно в полях да, я постоянно выезжаю там, встречаюсь с клиентами на их предприятиях смотрю что из кабинета на... видеть как все работает невозможно я вижу что да где то э, там рост цен на сырье да, дало всплеск где то там успешная политика кабинетами где то еще что то но в целом Мы не выглядим сегодня как, как страна ну, вот там, в катастрофическом положении, пострадавшая от пандемии. Да, по ряду вот, сегментов клиентов поддержка продолжает быть необходимой. И, наверное, хочется сказать, что мы, банкиры, вместе опять же, там, с Кабмином, мы не остановились в развитии, кроме там, программы 5.7.9, ее постоянной модернизации, были запущены еще ряд инструментов. Это обучательные программы для того, чтобы люди могли запускать свои новые инвестпроекты и стартапы с Министерством экономики. Работает. Ничего особенного. А, да. Следующий момент: государство помогает клиентам. Есть такой инструмент портфельной гарантии. Мы, как у Корраксимбанка, являемся администратором этой программы. А, что это значит? Если у клиента не хватает там, обеспечения, залога и так далее, государство своей гарантии, а, скажем, часть непокрытого кредита, помогает покрыть. Это классный инструмент европейский, он недавно начал работать, с начала года получил прям признание на рынке. Я думаю, что комплекс инструментов 5.7.9, портфельные гарантии, это просто вот, знаете, такая финансовая бомба для наших малых предприятий, хотя... И в хорошем смысле бомба. В хорошем, конечно, конечно, да, это вот это взрыв, это вот то, чего не было 10 лет. Мы все об этом мечтали, просили, а вот сейчас мы это реализовали. Соответственно, мы как банк, который сконсолидировал на себе более 70% кредитных линий международных финансовых организаций, такие как Мировой банк, ЕИПТА и так далее. На сегодняшний день у нас есть прекраснейшая новость. Мы управляли кредитной линией 150 миллионов долларов, которая была направлена на предприятие вот такого среднего уровня капитализации и помощь вот таким компаниям средним устойчивым. Сегодня 20, сейчас, 27 числа. Рада, совет директоров Мирового банка принял решение и дополнил эту линию еще 100 миллионами долларов, Ого. которые будут администрироваться у Корксимбанка. Мне это приятно. Да, по сути, с одной стороны, это признание новой, Слушай, команды, да, новой команды, которая доказала Мировому банку свою способность и, и возможность работать в, в сегментах и, и, скажем так, в рамках социальных, экологических тоже проектов, и ответственности социальной реализовывать вот такие кредиты по сути вот теперь наши предприятия могут получить еще дополнительное финансирование огромная благодарность нашим международным партнерам потому что это было мы это называем сделано по ковидной процедуре потому что это для предприятий для поддержки помощь И нужно было быстро она вероятнее всего меньше нужна была бы в конце года вот здесь и сейчас, поэтому мы начинаем по сути там привлекаем, вот может быть вашими устами назовем так, привлекаем клиентов обращаться в банк и получать с очень доступной процентной ставкой этот ресурс в банке, да. Чи могли б ви навести приклади оцих, наприклад, ну, підприємств, власне, які зараз можуть отримати таку допомогу? От ви кажете, ми хочемо залучити ще когось. Якщо люди почують, що є підприємства, схожі на них, вони також захочуть долучитися до цієї програми. От власне, і питання, що це за підприємство, наприклад? Uh, хороший вопрос. Я наверное, не буду останавливаться на рекламі вот конкретно цієї програми, тому що в банку таких програм ну? там штук 15, 15 угу. различного рода, плюс еще несколько программ вот наших государственных. И, и мы называем свой банк, который работает в формате там, Intelligent Banking. Да? Угу. То есть мы, по сути, банк-бутик, да? мы не банк коробочных решений. А и может, когда... и на это еще что означает? Да, когда клиент приходит э, и говорит, у меня есть вот такая потребность. То есть он не говорит, я хочу купить у вас вот эту программу. Да? Он говорит, у меня есть такая потребность и творчество, да, и по сути э, творческий подход моих менеджеров, ребят у Караксимбанка, э, они компонуют. Этот ресурс можно взять из этой программы, можно из этой программы, э, можно добавить портфельные гарантии государства, можно добавить компенсацию от государства. И когда этот, ну, программы, несколько программ компонуются, выходит иногда такая вот там сумасшедшая синергия, которая там, ну, нигде в другом банке не может быть э, получена для клиента. Поэтому э, Конкретно эта программа, да, у нее есть чек, там, 8 миллионов долларов одному клиенту, до 1000 сотрудников, это этот портрет. Но если мы говорим про другие, там есть и для больших компаний, экспортеров, импортеров и так далее. Есть документарный там бизнес, есть там предэкспорт, постимпорт, то есть миллион различных программ, плюс... А вот еще э... вы финансуете с державой, это какие? Э, с государством, вы имеете в виду 59? Инфраструктурные проекты, так? А, инфраструктурные проекты, это да, это, наверное, еще один отдельное, отдельное направление. Про 579 мы еще поговорим об ОСКО, да. про инфраструктуру не цикаво. Что важно? Мы сегодня ориентированы как бы на клиента. Да? То есть меняем конструкцию банка на клиента. И в банке созданы отдельные департаменты, например, корпоративный бизнес, коммерческие клиенты, департамент для государственных компаний. Да? Это специфический клиент, с которыми нужно, нужно работать по-иному, понимая. Иному. И чаще всего мы хантим специалистов из госкомпаний, которые имеют опыт работы, чтобы мы могли на одном языке разговаривать с клиентом. У нас есть отдельное подразделение, которое работает с клиентами средней, средней капитали, среднего уровня капитализации, ну, такой МСБ классический, uh -huh. и муниципальная коммунальная сфера. Да, поэтому к каждому клиенту со своей спецификой, то, о чем вы спросили, инфраструктурные проекты, чаще всего, если это... Автодор или госкомпании – это один подход. Если это муниципально-коммунальная сфера, да, это немножко там другой подход, другая специфика. Но мы и там, и там активны. Мы, по сути, и там, и там мы создаем вот тот рынок, которого не было в Украине как, как такового. Он достаточно мало банков представлены имеют экспертизу в этом вопросе. Поэтому при нашем участии, в том числе и наших инициативах, мы добивались, чтобы не только города могли заимствовать деньги на развитие, да, а и области – и теперь следующий вызов — это ОТГ, да, территориальные громады наши, чтобы там тоже есть ресурс, там тоже есть потребность, там есть масса интересных проектов, такие как там опорные клиники, да, диагностическое оборудование, транспорт, там, мусора, там, уборка, снегоуборка, ну и очень-очень много проектов. Если говорить про инфраструктуру, то, конечно, начиная от маленьких котельни, реконструкция теплоэнерго, водоканалов, мы доходим до и Реализовали уже массу проектов, когда мы решаем там, транспортные вопросы города, да, то есть, это автобусы, низкопольные, там, широкие автобусы для перевозки жителей города и заканчивая глобально проектами, такие как строительство там, технопарка, реконструкция строительства терминалов аэропортов. Да, поэтому линейка очень широкая, да, скорой помощи. И Легче сказать, 3, что сказать, что она не охоплювая, сдается. Наверное, наверное, да. Важно, что децентрализация, да, то есть она принесла ресурс в регионы и местные, ну то по сути мэры и их команды настроены делать городу хорошо. Угу, ну, мы сегодня финансовый партнер этого хорошо и этого счастья на завтра, поэтому вот многие инициативы мы действительно поддержим, мы научились работать с финансовыми блоками муниципалитетов и будем дальше двигаться в этом направлении развиваться. Кредитование 5.7.9 мы уже зачепили и кредитование бизнесу расскажите про это. 5.7.9. Да, достаточно обширная программа, которую в, изначально банки аккуратно смотрели, оказалось, да, угу. что это. Вот критика была, это только для государственных банков совершенно неправда. Сегодня, ну, там под 20, наверное, банков уже участвуют в этой программе, объемы финансирования уже ушли за там, 40 миллиардов. Конечно же, часть из них это вот как раз корректировка влияния пандемии, помощь этим предприятиям. Но в целом программа для инвестирования в бизнес, для создания новых рабочих мед. и так далее. Мы как банк ну, не можем похвалиться там большой активностью, потому что это Откровенно не совсем наш сегмент клиентов, но мы тоже имеем в портфеле таких клиентов. Сегодняшний наш портфель он где-то в районе 1,8 миллиарда гривен по программе 579. И мы дальше будем поддерживать программу, помогать нашим клиентам через этот инструмент. Но наш ориентир и наш фокус это на больших экспортерах да? помочь поддержать экспортный потенциал Украины. Да? То есть вот все, что производится на территории и экспортируется, это вот наш сегмент. А там и, и агросектор, и металлопроизводство. Ну, вот, вот очень широкая линейка. Соответственно, наш весь инструментарий настроен сюда. И вот тут мы максимальную активность проявляем, да, и как бы выходим на больших клиентов. И немного банков в Украине, которые могут себе позволить чек на одного клиента там 50-80 миллионов долларов. Да? А мы можем и мы обладаем таким ресурсом поэтому фокусируемся на этом и сегодня у нас есть проект который находится в стадии активного развития это экспортно кредитное агентство созданное на территории украины которое должно помочь вместе с нашим банком по сути нашим экспортерам да, будет страховать контракты такие агентства работают ну, вот во всех развитых странах хорошо что у нас у нас тоже получилось у нашего правительства в этом году Агентство будет декапитализировано и, и увеличится объемы сотрудничества. Мы уже отработали и создали продуктовый ряд, сделали несколько тестовых кейсов, то есть работает. Да, и поэтому наших экспортеров приглашаем опять же говорить с нами об этом. Я думаю, что это будет хорошая синергия двух-двух институций. Укрексімбанка і експортно-кредитного агентства. кредитна агенств вони создані бути рядом. Да? Давайте все ж про давайте вас. Ваш вклад у це все, як змінився банк, і як ви зараз працюєте у взагалі у цій сфері, тому що ми знаємо, і це загальновідомий факт, що банківська сфера не найбільш прозора в Україні і не найбільш прозора серед банківських систем у світі. Все ж таки в нас і, і триває очищення банківської системи. Досі хотілося б все ж. Таки, як ви у цьому морі е, живете і, можливо, навіть виживаєте? Наскільки це важко, і наскільки ви легко можете опанувати всі ці проблеми, які можуть насуватися у цьому бізнесі? Ну, наверное, кратко екскурс в історію. Да? Нова система корпоративного управління принесла дійсно много нового банківської системи. Вона додає прозорості, понятності. Все правление у Короксимбанка прошло через конкурс наблюдательного совета, да, и по сути, это лидеры каждый в своем направлении, кто-то в финансовом, кто-то в бизнесовом, кто-то председатель, соответственно, да, и была собрана новая команда. Когда мы провели диагностику банка, да, сами с наблюдательным советом, после этого обратились в национальный банк, конечно же, ситуация оказалась достаточно критической. Да, банк с большой инерционной скоростью катился вниз и э, сценарий мы его называем там ничего не делать до да то есть как и в экономике показывал что наш финансовый результат 2020 года мог быть минус 10-12 миллиардов гривен если да. вы ничего не рубили. если бы мы вот ну словно ничего не делали просто бы ожидали чем закончится год Соответственно, команда взялась, и как мне нравится иногда высказывание там, известных людей, там Лия Кока сказал, да, то есть у него спросили, как вы выводили корпорацию в... General Motors. Да, он говорит, что какая последовательность, вернее, действий была, он говорит, никакой не было, был полный хаос, да, то есть все, все делалось вот параллельно. Если бы мы делали многие действия последовательно, мы бы тоже, наверное, достаточно долго бы восстанавливались. Мы делали все параллельно. Мы понимали, что с одной стороны, надо удешевлять ресурс, с другой стороны, привлекать клиентов кредитовать. Но цена этих денег еще не настолько доступна. Поэтому, понимая, что нужно просто что-то опережать, делали некоторые проекты, некоторые сделки то есть опережая события. Естественно, некоторые сделки пришлось сделать впервые в Украине. Да? Это когда мы выкупали собственные облигации, сделали байбек живыми деньгами. Это первый раз в Украине делалось сэкономили банку на моменте 20 миллионов долларов, да, а если с там, длинным эффектом, то там, более 30. И эти действия позволили новой команде смелыми действиями, да, по сути, восстановить банк. На сегодняшний день, вот, по итогам 4 месяцев, финансовый результат банка почти 600 миллионов плюс. Мы идем с опережением нашего финансового плана там, в несколько раз. Я думаю, что это классное событие для всех нас, и нас это драйвит, мотивирует. Очень крутая команда собралась на рынке, уже поговаривают, что да, мы собираем лучших людей, У меня уже некоторые банкиры не очень хорошо воспринимают, обижаются на меня, но я менеджер, у меня такая миссия, я буду собирать лучших ребят в команду, я очень хочу, чтобы люди сами генерили эти идеи, двигались и приходили, пушили управление, давайте сделаем это, это, это. Поэтому я уверен, что мы закончим год с показателями выше, чем запланировано да, и забюджетировано. А у нас по плану 1,6 миллиарда плюс. А, поэтому смелая команда, смелые действия. Я никогда не был настолько уверен в том, что я делаю. И это правда. Это прям удивительно. Да? А, и у нас есть несколько, как там некрасиво звучит, мечта да? mm -hmm. <laughs> Несколько а, планов на будущее, которые мы собираемся реализовать. Первое. Мы тихонько называем наш банк большим и говорим, давайте выведем большого из тени. Да, то есть вчера нам казалось, что он был в тени. Но банк достоин э, быть лучшим, да, то есть одним из самых сильных и так далее. Ну, и если ты хочешь, чтобы что-то происходило, чего никогда не происходило, нужно начать делать то, чего никогда не делать. А для сотрудников э, у нас есть один девиз. Э, в жизни у тебя полномочий ровно столько, сколько ты готов взять на себя, а не столько, сколько написано в твоей должностной инструкции. И самое важное, что мы, мы можем прощать ошибки, но мы не прощаем пассивности и безразличия. Вот, вот, вот так мы живем в новом банке, да, то есть по-новому. Это уже красиво. Да, это уже и красивый не просто слова, да. Это вот, вот сегодня это так. Євген Мецгар, голова правління Укрсімбанку, був у нашій студії у програмі Київ голос. Говорили ми про те, як власне сьогодні почувається і не тільки банківський сектор, а й взагалі. І от дуже дуже позитивне, позитивне у мене відчуття. Нарешті, нарешті, не прийшла людина, яка каже, що все пропало, і у нас суцільна зрада навкруги. Дякую, пане Євгене, що ви до нас завітали. Чекаємо вас у нашій студії знову. Сьогодні ефір провадив Діма Білобров. Ми почуємося з вами завтра. Я вже сподіваюся. Сподіваюся, з Олегом Борисом ми будемо проводити ранковий ефір, та й не тільки програму Київ голос. Також залишайтеся з нами, залишайтеся з Києвом, бо ми там, де новини міста.